В этот раз на поле вышли команды сочинской службы ФСКН, санатория «Прогресс», предприятия «Газпром» и сборная друзей Виктора Аванесяна. В числе почетных гостей была его вдова Любовь Аванесян, которая приветствовала участников. Поддержать турнир пришли волонтеры серебряного возраста Центра развития волонтерства Сочи. Они сообщили, что включили Виктора Аванесяна в список волонтеров и будут продолжать творить от его имени добрые дела. В результате спортивных баталий лидером турнира стала команда санатория «Прогресс», которая победила во всех трех отборочных матчах. Им и достался кубок мемориального турнира. Отдельно были отмечены лучшие нападающие, защитник, вратарь и самый активный болельщик.